Наверное, все-таки для того, чтобы группа стала популярна, нужно несколько составляющих. Это, во-первых, талант, интересные какие-то идеи и скандал. Если это все взрывается в нужном месте, то тогда получается вот то, что называется успех. Вчерашнем странном сне все, что я увидел, будет вечно жить во мне. Если ты захочешь обо всем мне рассказать, ветер знает, где меня искать. Голос твой на небе шепчет нежные слова. Я в одном уверен, только ты всегда права. Если ты захочешь обо всем мне рассказать, ветер знает, где меня искать. Весенний день ворвался в это небо, я вспомнил, где я не был, о чем мечтал, остановиться мне бы. Но я всю ночь летал, нарисуй мне небо стихи, а лучше песни для меня. Если ты решишь, что можешь все мне рассказать, ветер знает, где меня искать. Весенний день ворвался в это небо, я вспомнил, где я не был, о чем мечтал, остановиться мне бы. Но я всю ночь летал. Вчерашнем странном сне все, что я увидел, будет вечно жить во мне. Если ты захочешь вдруг меня поцеловать, ветер знает, где меня искать. Весенний день ворвался в это небо, я вспомнил, где я не был, о чем мечтал. Я только ностальгирую по стране, которая была общей тогда, потому что ностальгирую по молдавскому вину, которое не могу так часто пить, потому что в Молдавию мы не можем так часто приезжать, как хотелось бы, собственно говоря. А ностальгии по политическим моментам, которые были тогда, я не испытываю никакой, и по ставкам. Я принес тебе в подарок не тюльпаны, не жасмин, не пионы и не розы, не подснежники с вершин. Я пирожок.
сейчас, когда постучится в дом беда и не справится тебе одна. Две монеты брось в огонь и перо ты разотрой, и жар птица прилетит со мной, если ты веришь в чудо. Ты поверь в мою любовь, только место понадежнее для подарка приготовь. Сейчас, когда постучится в дом беда и не справится тебе одна. Две монеты брось в огонь и перо три раза тронь, и жар птица прилетит со мной. Когда постучится дом беда и не справится тебе одной. Две монеты брось в огонь и перо три раза тронь, и жар птица прилетит со мной. Две монеты брось в огонь и перо три раза тронь, и жар птица прилетит со мной. Я думаю, что если ты не хочешь создавать вокруг тебя скандалы, то они и не появятся. Потому что, как правило, многие артисты сами инициируют эти скандалы для того, чтобы поддерживать свою популярность. Порой иногда, как только пропадают скандалы, не остается самой группы за ней. Так бывает очень часто. Как-то нам повезло. Мы не влипали ни в какие-то такие штуки звонкие. Кроме того, что случилось в 83-м году, когда группу арестовали, это был самый громкий скандал во времена правления Андропова-Черненко. Тогда имели кучу проблем, это был большой скандал, но, собственно говоря, он послужил большим таким поводом для популярности. Я хотел бы ветром быть и на тепле лететь, к солнцу в снегах. Я хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть, сны в облаках. Но ты сказала мне, это мечты, и ничего мне не. Вот и все, что сказала мне ты. А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь, но так высока и так близка дорога в облака. Может быть, ты будешь ждать, а может быть и нет. Если вдруг меня позвать.
домой, даже с самой большой высоты. А я хочу, как ветер вниз, и над землей лететь. Нам так высока и так близка рабочий этап в ожидании какого-то, может быть, глупо говорить об этом, что я не хочу этого, я хочу какого-то нового рывка, нового вздоха. Как раз вот то исчезновение группы на какой-то промежуток времени, оно связано именно с поиском. Потому что я не могу доить из себя песни. Они у меня рождаются естественным путем, и когда появляется альбом, тогда мы его записываем. Слов было просто.
Нет, мы не более буржуазны, чем большинство молодых групп, которые позволяют себе такие вещи, которых мне даже и не снилось. Коньяк Хеннесси в длинный дабл-стрейч какой-нибудь там, Мерседес. Когда я слышу рассказы эти, у меня волосы дыбом встают. О молодом поколении, которое делает такие заявки, еще спев 2-3 песни в эфире, становятся большими звездами, а потом через год пропадают навсегда. На Западе, наверное, это может быть так, потому что за тот короткий период, когда группа популярна в течение там, 5 лет или на Западе, она за счет тиражей пластинок и концертов успевает заработать состояние, а потом курить бамбук в особняках в пригороде Лондона и ничего не делать. Здесь не так. Здесь приходится все время вкалывать и доказывать, что группа способна играть концерты живые и делает это не так уж и плохо. Этот город самый лучший город на земле.
Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна, а теперь взрывают птицы крыльями восход, и куда-то уплывает белый пароход. Этот город не похожий ни на что вокруг, улыбается прохожий и за пять минут помогает человеку верить в чудеса. Распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая железна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер и останусь навсегда. Голубые тротуары, синие цветы, ярко-желтые трамваи, розовые сны. Он как будто нарисован мелом на стене. Этот город самый лучший город на земле. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Сейчас «Пятилетка» такой был большой прорыв так называемой рок-попс-музыки, и это хорошо, появилось на этой волне, выскочило много хороших групп. Но на сегодняшний день я не вижу какого-то потенциала для того, чтобы появилось, был бы еще один рывок, и этот качественный уровень двинулся бы еще вперед. То есть я думаю, что в ближайшие 5 лет мы не будем иметь новых хороших групп. Вот у нас будет соревнование вот этих вот, которые через 5 лет станут старыми уже. Посмотрим, что будет происходить тогда. Я знаю точно, куда течет река. Я знаю точно, зачем растут цветы, куда прячет утро 3000 звезд, не считая голубой луны. Откуда ветер приносит облака, и как до солнца добраться налегке. Но если ты спросишь, это за окном рассвет, это города весной, это одинокий свет, зовущий за собой. Это только ты и я, где-то на краю земли, отпускаем небеса, воздушные шары. Я видел чудо, прибыл в такой дали, где даже лето в декабре. Но если ты спросишь,
Сложно как-то говорить о том, кто ходит сегодня на наш концерт. Очень разное. Это зависит от места, где мы играем. Если мы играем в Москве в ночных демократичных клубах, а мы такое можем себе позволить, мы играем в разных местах абсолютно. Туда приходят студенты. 20 лет, средний возраст. Если мы играем в буржуазных гангстерских клубах, там приходит, соответственно, другой возраст. Ночь на дворе, знаешь, есть на Марсе. Утро.
из песка. Я тебе построю замок, замок из песка. Но, как мне кажется, мне еще нравится выходить на сцену и играть на гитаре. То есть я не буду это делать до тех пор, пока мне самому это будет противно, только для того, чтобы зарабатывать на этом деньги.